просрочку поставки составила более 3 лет. При этом товар поставлен не надлежащего качества, и в том числе с несогласованной конструкторской документацией. В акте о недостатках товара также есть документы, подтверждающие о том, что конструкторская документация на настоящий момент не согласована. С учетом данных обстоятельств полагаем, что наши требования должны быть удовлетворены судом по взысканию договорной юрисдикции. Спасибо. Суд определяется следующим образом: ходатайство ответчика об уточнении встречных исковых требований удовлетворяется, судебное разбирательство по делу откладывается на 14:30 20 марта 2018 года. Уважаемый суд, а не сочтите за наглость, а есть возможность рассмотреть в сегодняшнем судебном заседании? Однозначно. Вы можете жаловаться президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, блядь, даже. Сейчас, я все бросил и начал рассматривать. Занимались, блин, 2 года теперь, или, не знаю, 3. Теперь вы приезжаете и, типа, хотите меня... какую-то позу для меня неприятную поставить. Ну, вы поинтересуйтесь у представителя ответчика, она тут местная. Кому-то это удавалось здесь или нет? Нет. Вот и все. Поэтому, если ваши тупорогие кредиторы, ну, не могут договориться, ну, значит, командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Все. Поэтому, значит, так, истец. Проверяем расчетные устойки, представленные вот в уточненных требованиях, которые ответчиком произведен. И арифметические возражения, а также возражения по существу. Я хочу письменно увидеть, что вы арифметически не нашли ошибок в этом расчете. Уважаемый суд, а все наши пояснения уже есть в материалах дела, это недостаточно? Требования уточненные были, там сумма была другая. Там сумма исключительно, пересчет был на доллары и в рублевом эквиваленте взыскивать все. Значит, уважаемый истец, Я поняла, я что к вам лично хорошо отношусь. Я поняла, уважаемый суд. Не делайте так, чтобы я... лично к вам относился так же, как к вашей электротехнической компании. Я поняла, уважаемый суд. Вопрос нет. Поэтому можете привет всем передать там. Все, давайте. 20 марта. Вы еще поездите сюда. Это теперь все будет, когда мне удобно. Я не уверен, что 20 марта мне будет удобно. Честно я вам говорю. Там у меня и день рождения вскоре, поэтому...